19. Хочу твой комментарий просить, потому что эта песня со времен, когда мы с тобой только-только начали работать на радио, в 2008. Да, нет. Это Амбербенд, Махнос, Улам, Петрицова. Песня тоже на французском. Что скажешь по поводу выступления? Мне очень понравилось. У нас единственное замечание к джингу. Мне кажется, его не нужно было делать. Мы реально постоянно отвлекались, смотрели на экран, на тебя, на экран, на тебя. Но там были красивые логотипы рэпера и фэн, поэтому как бы вопросов вроде бы и нет. А само выступление обалденное. Ты очень хорошо спела, поэтому я тебя поздравляю. Спасибо. Просто я подготовилась, мне сказали, в общем, я подготовилась только за 2 дня до выступления, поэтому вот... Вы за 2 дня успели клип этот снять, который... Не совсем, в общем, отправили клип, потому что... Можно я скажу? Да. Ну, просто ты артист, ты личность, и ты самовыражающийся артист на сцене, поэтому тебе не нужен бюджет, где я отвлекаюсь на твою огромную голову, вся твою крупную. И вот ты вот танцуешь здесь. Поэтому тебе не нужен он был вообще. Артист должен выступать и брать на себя всю энергию и все внимание на черном экране, полностью вообще, даже без света. Ты сможешь это сделать. Поэтому он мешал нам, и поэтому с Денисом на это обратили внимание. Но ты умничный, молодец. Мне помог, например. Если бы я еще был в Харькове, в парке, я начал гулять под эту песню, вот я прям какую-то ностальжи пошел, как, знаете, насочинял себе. Спела прекрасно, выглядела хорошо, мимика отлично. Поэтому оценки должны быть... А реклама от Эйтера по ретро-ФМ заметил первый я, и, кстати, прикнул, куда он сказал, смотри. По ретро-ФМ, да. Хорошо. Давайте оценки поставим. Ретро-ФМ. Спасибо, позитив. 10 баллов, Олег Машаковский, 10 Вадим Лисица, 10 Наталья Могилевская, 10 позитив и 10 Денис Мудаков, 50 баллов, это максимум. Спасибо тебе большое, Анастасия Мацегора, город Хоккайдо. Аплодируйте, девочки, поддержите, пожалуйста.